20-й тур испанского чемпионата открывает мадридское дерби «Атлетико-Реал». На 30-й минуте лидер хозяев кика открывает корриду 1-0. Во втором тайме раненый Реал взялся за соперника всерьез. Шла 47-я минута, когда Рауль при содействии Зейдорфа и Шукера сравнял счет. А 8 минут спустя Мијатович получает красную карточку, и Реал остается в меньшинстве. Но Рауль в этот день воюет за двоих. Пас Редондо оставляет юного нападающего против двух защитников на углу штрафной. Рауль берет все на себя, защитники за спиной, а мяч в сетке. 1-2. А вскоре могильщик Атлетико Рауль запускает к воротам Зейдорфа, и вратарь Малина становится легким десертом для суринамского голландца. 1-3. Атлетико не может продохнуть, а на 90-й минуте Рауль прерывает атаку обреченных хозяев и выводит к воротам Виктора, который не упускает возможности воткнуть последнюю бандерилью в мощную чемпионскую спину. 1-4. Итог мадридской фиесты. Валенсия в белой форме гостила в Овьедо. В первом тайме пристрелка Валерия Карпина с линии штрафной окончилась безрезультатно. Тут же Овьедо проводит быструю контратаку. Македо получает мяч на грани офсайда, а немолодой Идальго Субисаретто гостей не выручил. 1-0. В первом же тайме судья удалил с поля Валерия Карпина. Отчаяние российского легионера передалось команде. И во втором тайме Валенсия рухнула. Очередная ошибка при создании искусственного офсайда, и Ривасу никто не мешает расстреливать пустые ворота. 2-0. Окончательно команду Хорхе Вальдана добил Македо, вовремя подоспевший на добивание. 3-0. Овьедо превзошел себя. Расинг в Сантандере принимал красно-белый Лагроньес. На 19-й минуте Владимир Бесчастных головой четко срезал мяч в нижний угол. 1-0. Во втором тайме другой российский легионер Расинга Ильшат Файзулин пяткой начал очередную атаку сантандерцев. И когда казалось, что опасность для Лагрониса миновала, успевший примчаться в штрафную Ильшат в падении головой лихо переправил мяч в сетку. 2-0. В рядах гостей, правда, нашелся свой легионер – Рубен Соса. Уругваец с 18 метров подсластил пилюлю для Лагрониса. 2-1. Бетис дома резво начал игру против звездной Барселоны Бобби Робсона. Хорват Ярни в течение минуты ухитрился дважды огорчить вратаря Барсы Витора Байю. Правда, во втором случае не без участия Серхи. 2-0 к 31-й минуте, но в первом тайме в добавленное судьей время Луис Энрике проявил сначала голевое чутье, а затем и мелкобуржуазную стихию, пытаясь отнять мяч у Праца. Во втором тайме Ярни прозевал Луиса Энрике, и полузащитник Барселоны счет сравнял. 2-2. В прошлом туре Барса, выигрывая 2-0 у Эркулеса, проиграла 2-3. Ситуация повторилась с точностью до наоборот. Роналдо ударом в девятку заставил замолчать болельщиков Бетиса. 2-3. А в конце игры вратарь хозяев Прац дважды не добрался до мяча, и Луис Энрике делает хет-трик. 4-2. Барселона прошла реабилитацию. Сельта Александра Мостового неожиданно проиграла дома Эстремадуре 0-1. Депортиво оказалось не сильнее Атлетика из Бильбао 2-2. Эркулес одерживает вторую победу подряд. После Барселоны невеселой экзекуции подвергся Вальядолид. После 20 туров в тройке потенциальных призеров без изменений. У действующего чемпиона Атлетика все меньше шансов вклиниться в клан избранных. Зато хороший ход набрал Реал Сосьедад. В стане середняков хороши дела у Овьедо, который, кажется, обретает стабильность.